Ехал домой, купил мойвы. Так захотелось мойвы жареной. Стоит она у нас 93 гривны килограмм. Вот. Оксана говорит, давай сделаем по-другому. Короче, посолил, в муке ее обвалял и немного добавил масла. Сейчас духовка греется, у нас электродуховка с конвекцией. И поставим ее на, не знаю, на какое-то время. Говорит, будет классно. Ну, посмотрим. Это чтобы не переворачивать, не заморачиваться сковородкой. А коты кляр едят. В общем, посмотрим, что получится.